Всем кукучки, привет! И всем губкам! С вами я, Губка Боб, и вы на моем канале Губка Боб, Квадрат Нерстон Геймс. Да, мы опять играем в игру под названием Sonic Mania. И да, как вы помните, в прошлой серии мы победили босса, а это значит, что у нас вторая концовка на носу. Ну, как помните, по прошлым видосам, где мы собирали изумруды хаоса, а именно в том, где я чуть не просрал изумруды хаоса. Собирать изумруды хаоса очень сложно, поэтому надо стараться, чтобы не просрать ни один изумрудик. Да, надо очень стараться. Да, надо находить огромные кольца, как вы знаете, в котором заключены спешл стейджи. Это такие уровни, в которых есть изумруд хаоса. И где-то в Гринхин Зоун есть злосчастный изумруд, который нам как раз таки нужен для прохождения на вторую концовку. Да, вторая концовочка. Эх, подлагивает. Лаг безизбежный. Лаг безизбежный. Васёк, давай, чини тут матрицу. Да я стараюсь, блядь. Чиню матрицу по твоим комментариям, блядь. Чини матрицу скорее, блин. Скорее чини там матрицу. Матрица дает сбой, короче. Да я стараюсь, блядь. Как могу, не мешай. Знаешь что, Васёк, это твоя моби. Опа, нашли кольцо, называется. И какое-то. О, господи. О, боже. О, боже. Какого фига? Он хочет. Это НЛО хочет, чтобы я страдал? Ну нет, это, по-моему, Эггман хочет, чтобы я страдал. Это его фокусы. Стоп, а этого ранее не было. Или было? Ну, зато мы собрали кучу колечек. Это значит, энергии у нас до отвала. Все! Скоростной! Скоростной отвал башки. Ёпростые, ём! Такс. Главное не упасть. Не в пропасть. Господи, то тут пропасти, даже на пальцах не пересчитаешь. Знаете сколько? Это очень, блин, сложно. Особенно, если от тебя НЛО убегает с такой же силой. Да, блин! Третий матч уже просрали! Спасите меня кто-нибудь, пожалуйста! Просрали мы! Просрали! Давайте-ка сделаем рестарт, потому что, ну, это уже ни в какие ворота не лезет. Да, рестарт. Ну, хорошо, в мане у нас не тратится жизни, это нормально. Возрождаться сколько хочешь. Главное нам не просрать изумрудик хаоса, потому что если мы это сокровище просрем, то все попадет напрочь на чистку туалетов. Отлично. Во! Давайте-ка еще и соберем жизнь, а то жизни у нас что-то не хватает в последнее время. Thank you.
Да, жизни у нас не хватает в последнее время, ребят. О, набрали пятую жизнь. Да, ребят, подписывайтесь на канал, чтобы мне не было так грустно. Все, чего? То есть я истратил зря? Ну нет. Так, блин, нет, дела не пойдут. Дела так не пойдут, алло. Так дела не пойдут. Я зря, что ли, это все делал? Я, блин, засову прессу. Пьесу я зазову. Значит, я никогда не выполню хорошую концовку, вы хотите сказать? Похоже на то. Опа-на. Закончилась неуязвимость. Ну, это просто жопа. Потратили изумруд. Да, главное находить секретные места. Они есть в каждом акте, ребят. Так что ищем. Ищем их. Ищем. Ищем. Ищи, Майлз, ищи. Я думаю, они здесь. Ты нашел жизнь, молодец. Ха, да. Стоп, жизнь? Ты нашел наше спасение. Молодец. Ничего не понял. Так. Где должны быть спрятаны изумруды? Вот он! Вот он, ребята! Тейлз, мы нашли. Мы нашли этот изумруд. Только как до него дотянуться? Ай-яй-яй-яй. Может... Да, как я говорил, это есть в каждом акте. Так, теперь не теряем ни минуты. Ой-ой, мы теряем энергию, парни. Хватаем. Быстро. Вау, еще бы чуть-чуть, я бы уже погиб напрочь. Ладно, ребят, мы уже там почти что нафиг все собрали. Теперь давайте-ка погоняем, погамали просто. По коням. Михаилович, чрезвычайная ситуация, по коням. Михаил, у нас там чрезвычайная ситуация. Возможно, криминал. По коням. Да блин, этот изумруд такой быстрый. Аж не угнаться за ним.
Блин! Нет, только не сейчас. Только не надо. Нет! Фух! Да как это кольцо? Кольцо нас забрали! Пиздец. Снова просрали. Нет. Ну почему? Ну как так? Этих бы спешил встреча, лучше бы нахуй не было. А эти меня спасут. Это... Опа! Целых 24. Чего? Какого фига? Пофигу! Это уже лабиринт! Это лабиринт, ребят! Так, ищи. Ищи. Ищи, Тейлз, ищи. А! Нет! Опа! Нашли мы кое-что. Нет! За что попит-то? Нет. Все уже потеряно, ребята. Все, ребята, уже все потеряно. Мы никогда не получим эти чертовы изумруды. Все уже, ребят, потеряно. Эй! Вот. Тейлз, ты голова. Мы найдем еще одну жизнь. Да, битва будет потная, так что нам придется собрать все жизни. Хьюстон, Хьюстон, все плохо. Ребят, я никогда не соберу изумруды. Так что вместе с вами, с Акадром, я заберу все эти изумрудики. А пока вы будете смотреть, как я собираю все эти кругляшки на спешл стейджах из чекпоинтов. Ай, да что ты будешь делать? Да все уже потеряно, блин. Мы никогда не победим, понимаешь, Тейлз? Ну да, понимаю, конечно, но еще ж реально все потеряно. Да мы уже столько раз перепробовали, ничего. Стоп, чего? Теперь уже ничего. Нет, что это там было? Стоп, что это там было? Я не видел. А, всего лишь. Не-не-не-не-не, ничего-то там. А наше спасение? В каком смысле? Наше спасение. Эй, ты что творишь? Вот это. Что это? Электричество. С его помощью мы можем... собрать кольца. А ты голова. Пипец. Теперь нас ничего не спасет. Кроме спешл стейджа. Главное, не попадись случайно под эти штуки. Понял. Так, Тейлз, твоя задача собрать все синие кругляшки. О, нет. Ну или просто собрать все кольца. Неважно.
Все равно Special Stage пройдется. Эй, ты чё так быстро движешься? Я не понимаю. Я не знаю. Ну, кажется, у меня есть сила. Юху! Ей! Да! Опа! Это еще что? Ты что-то забрал, Тейлз? А что? Ты забрал монетку! Какую монетку? О! Ну, ту самую, которую ты собрал. А, ту самую. Ну, я не понимаю, что это. Что это? Лучше надо атаковать. И кимбодим. Во. Ну, блин, Тейлз. Мы потеряли шанс на победу, блядь. Сатана. Сатаны, ёпрасоты. Ну, кури этот эр сатаны. А как пропустить? О, пропустили касцену. Criminal Plaint. А здесь уже посложнее найти что-то в виде изумруд, в виде огромного колечка. Да, тут надо стараться. Именно. Так что стараемся. Ищи, Тейлз. Извини, Кубка Боб, правда, я тут не дотянусь. Я реально тут не дотянусь. Да ладно. Прохладно, я вообще тут... тебе я не тот самый скоростной еж. Соник-то тоже не дотягивался. А, ну тогда ладно. Не мои проблемы. Эй! Рыжатка Ина, стой! Ой. Эй! Нет. Все. Ну там же что-то было бы. Если бы я бы туда бы вовремя заглянул. Ага, конечно. Ничего нету. Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем. Пока.